Как перевести наушник, который при включении издает китайский язык, непонятный для нашего уха, на примере вот этого мини-наушника? Только что было слышно, что на китайском прозвучало приветствие. И как же это приветствие перенести в английский язык? Для этого выключаю наушник. Далее. Еще раз включаем, переводим в режим сопряжения. Так вот он должен замигать в режиме сопряжения. И в этом же режиме два раза нажимаем. English теперь говорит. Выключаем. Долгим нажатием на кнопку. Теперь включаем и слышим. Power on. Теперь устройство переведено в режим английской озвучки всех системных процессов, будто включение, сопряжение, выключение. Любые наушники китайского производства можно перевести вот таким вот образом, только в режиме сопряжения, клацая два раза на кнопку включения. А вот на примере стерео наушников. Включаем их. Bluetooth mode. Переключаем. Вот переключила в китайский. Еще раз. В английский. Теперь выключаем по центральной кнопке. Запускаем. На английском.